Гейдар Алиев многое сделал для Советского Союза, для развития важнейших отраслей и направлений советской экономики. Он стал отцом-основателем современного Азербайджана, в котором с каждым годом растет экономика, забота о людях, осуществляются международные проекты. Об этом заявил председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России Леонид Слуцкий. Он заявил: «Сегодняшний Азербайджан – это страна, где хочется жить. Это страна, с которым в сердце живем мы. Азербайджан – это трудолюбивый, братский нам народ. Сегодня осуществляются те идеи, те замыслы и программы, которые были заложены Гейдаром Алиевым. Программа борьбы с бедностью была заложена еще Гейдаром Алиевичем. Азербайджан давно стал энергонезависимым государством, страной, которая поставляет энергоносители во многие страны мира». Леонид Слуцкий также подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является достойным продолжателем дела своего великого отца. Гейдар Алиев мог бы в полной мере гордиться своим сыном, который уверенно ведет свою страну и свой народ по пути процветания.